сообщением первого человека с депешей. Александр, внимание! Начинаем торжественную церемонию «Звездные дорожки». Мы приветствуем советского российского актера, народного артиста России, президента Международного кинофестиваля Медяны Тихого Сергея Юрьевича Степанченко! Ваши аплодисменты, друзья! На «Звездной дорожке» Сергея Степанченко. Человек очень точно, емко и верно характеризовал миссию нашего фестиваля. Давным-давно он сказал, что наш фестиваль удерживает Россию в равновесии. На одном краю фестиваля Москва, на другом фестивале Владивостока. Россия в равновесии, Россия в гармонии, следовательно, Россия, в том числе и в плане культуры, великая держава. Дамы и господа, гости и участники 10-го юбилейного кинофестиваля «Пасифик Меридиан» на звездной дорожке губернатор Приморского края Владимир Владимирович Миклушевский! С супругой приветствуем, друзья! Очень приятно, что история нашего кинофестиваля доказывает вновь и вновь, что и Владивосток, и Приморский край способны реализовывать такие масштабные международные проекты. И это не только престиж и города, и края на международной арене, это еще больше усиливает внутрироссийские позиции Приморья как центр культуры на Дальнем Востоке России.